Небольшой зал культурно-выставочного центра «Радуга» не смог вместить всех гостей, пришедших на открытие выставки «Старые мастера» 15-17 века. Повод посетить вернисаж весомый. Не так часто в Самаре можно увидеть подлинные работы западноевропейских мастеров, представителей нидерландской, голландской и фламандской школ. Все работы, которые здесь плясали, на 18 работ, это шедевры мировой живописи старых мастеров. Они составляют, ну, сокровищницу золотую, лучшие достижения мировой культуры. И взять каждую работу, это все будет шедевр. Большинство работ незнакомы широкой публике, так как сегодня хранятся в частных коллекциях. Громадную помощь в формировании выставки и организации ее в Самаре оказал Центр искусств «Москва», активно работающий с российскими коллекционерами. Ценители и знатоки искусства фламандского школы увидят работы кисти выдающихся учеников Брейгеля-старшего, в том числе его сына и внука. Я очень рада, что подобного рода вещи происходят в Самаре. Мы, конечно, пятый город в стране и живем в провинции, но это не повод быть провинциалами. Выставка роскошная. Огромное спасибо организаторам. Мы со своей стороны, телерадиокомпании «Терра», стараемся всегда поддерживать подобные мероприятия, потому что, ну, это настолько красиво. И что была бы наша жизнь без красоты, без удивительных вещей. Гостей выставки наверняка удивит не только филигранное мастерство художников в изображении жанровых сцен, но и то, что большинство работ написаны не на холсте, а на дереве. В основном писали картины на дереве, на дубовой доске здесь представлены, или на медной панели. А холст только входил в практику, в обиход. Важную часть экспозиции составляют картины голландской школы. Чтобы увидеть подлинники, на открытие выставки приехали ценители искусства из других городов. Мы приехали специально из Саратова, чтобы посмотреть, побывать на открытии этой выставки. Эта выставка необыкновенна, она из частных коллекций. Это то, что можно видеть редко. Это редкость. Чтобы редкие полотна и впредь были доступны для потомков, необходимо соблюдать особые климатические условия в соответствии с музейными нормами. Это требование беспрекословно выполняется и в Самаре. С сегодняшнего дня выставка работает в штатном режиме. Увидеть подлинники из частных собраний можно будет до 6 ноября.